Кто ты? Воин? Не узнаю твоего имени. А, тебя зовут Мертвец. Угу. И за это тебя будут судить. Босса попал, вот урод. Коня убить. Уроды. Бедный конь, вот уроды просто. Эгэгэй, здорово, брат, ты на канале Funny Games TV. Продолжаем проходить с тобой Ghost of Tsushima, призрак Цусима. Итак, мы прибыли с тобой в прошлой серии к сенсею вот сюда, Ирикаве, Исикаве. Вот, давай с ним пообщаемся, выполним пассивку, получим... Сакай! Да, здорово. Получим шелк. Сенсей. И прокачаем доспехи. Есть весть о Тамое? Есть. Но едва ли ты готов с ней встретиться. Говорите так, словно она демон. Это близко к истине. Тамое бесстрашна. Она не самурай, но прирожденная убийца. Нет. Я знаю таких. Нет, не знаешь. Я сам такой. Я и самурай, и прирожденный убийца, и ниндзя, сенсей и ученик. Поэтому я твою Тамое просто Тамою. Идем. Куда мы направляемся? На стрельбище. Местный житель видел там монголов с луками. Возможно, Тамое была с ними. Если Тамое правда бесстрашна, она была бы славным союзником. А голодавший леопард тоже бесстрашен. Леопарду не постичь ваш путь лука. Забудь, Сакай. Она не вернется к нам. Так, почему она вас, врагов, может переманить на свою сторону? Лучший способ избавиться от врага – подружиться с ним. Именно так и поступили монголы. Но это ведь не поздно изменить. Ты видел, что она сделала с пленниками форта Накаяма. Таков был ее осознанный выбор. Ну да. И она делает такой выбор не в первый раз. Поэтому лучше ее убить. Она может быть не виновата. Ты сомневаешься? Я знаю. Угу. Так, ну я-то залезу, а ты, старикам, что будешь делать? Тебе придется залезть наверх. А вы сможете, сенсей? Сможет. Чего ты там застрял, Сакай? Да лезу я, лезу, дед. Так. Ну? Сенсей, вам помочь? Не дурно, Сакай. Он просто обошел с другой стороны, да? Ясно, дед. Ну ты урод, конечно. Вы сказали, наверх придется залезть. Нет, я сказал, что залезть придется тебе, чтобы размяться. Стрелы монгольские и японские. Если они здесь были, то давно ушли. Попробуем взять их след возле мишени. Но мишени нет. У сторожевой башни. Не дурно, сенсей. Надо их выследить. Нифига себе. И что делать? Посмотрите цель. Шевелись, Сакай. Ладно. Ну где-то. Окей. А где-то птица. Смотри, старый остров, а мы до сих пор его не изучили еще. Так, ну пойдем посмотрим, что здесь. Скольких монголов обучает Тамое? Так, отрубленная голова. Ее использовали как мишень. Сенсей, здесь монголы! Ух ты ж! Держи. Давай. Сенсей, нужна ваша помощь! Да зачем тебе я? Дончу, дончу! Дончу! Зачем вы помощь, если мы тут сами справляемся? На изи просто. Молодец, Сакай. Решили передохнуть, сенсей? Решил узнать, как ты справишься с засадой. Угу.
А откуда ты знал, что засада будет? Вы знали, что здесь монголы? Да. И решили промолчать? Если не можешь одолеть пару монголов, какой с тебя толк против Томоэ? Это война, а не урок. И много ли войн ты повидал? Да много уже, дедуль. Мне решать, когда давать тебе урок. Понятно, почему Томоэ на вас напала. Ну, потому что ты противный старый дед. Итак, Сакай, куда она пошла? Сейчас осмотрюсь. Много следов. Не меньше дюжины человек. Пойдем по следам. Старый противный вонючий дед. Вас то лук. Если мы ее выследим, не жди. Нападай, не стой на месте, иначе погибнешь. Да, а окей. В этот раз вы стрелять будете? Если ее найдем. А если нет? Ты один справишься с дюжиной врагов? Если придется. Конечно. Верный ответ. Я не ты, дедуль. Я всех их захреначу. Так, ну впереди деревушка, я вижу. Впереди деревушка. Так, а здесь у них какой-то был притон. Так, ага, следы ведут сюда. Так, припасов куча. Угу. И лагерь монголов, походу. Ох ты. Смотрите. Упражняется в том, чему учила Думая. Убивать невинных. Давай убьем из лука. Ага, тут побежал. Побежал убивать, да? Сейчас я тебя, сука, побегу. Сдохни. Давай сюда. Кто ты? Воин? Не узнаю твоего имени. А, тебя зовут Мертвец. Понял. Так, а ты? Тупой воин? Ой, старик, прости, я тебя задел. Так, окей. Мы спасли кого-то. Помогите! Здорово. Кто-нибудь видел? С монголами была японка? Я глазам не верил. Она отдавала им приказы. Какие приказы? Что-то про сенсея и горячие источники. Это все, что я слышал. Простите, господин. Какие источники? Какой сенсей? Сенсей Исикава? Давай поговорим. Что он скажет? Я научил чудовища охотиться. Люди слышали, как Томоэ отдавала приказы. Говорила об источниках Хиёси. Видно, она только начинает. Сакай, твои методы чужды и мне, и твоему дяде. Прежде не было такого врага. Вот и он должен быть побежден. Самурай — это страж. Не убийца, что крадется как вор. Вы не были при Комоде. Но видел многое. Когда два самурая дерутся, тогда да, не это знаю, работает. Не знаю, что там было, но не стану снова учить чудовище. Когда против... Понимаю. Против тебя чудовище? Я не стану. Если Томоэ нацелилась на Хиёси, надо подготовиться. Нам обоим. Приходи в Додзё, Сакай. Так быстро выполнили задание? Да, это хорошо. Сенсей и ученик. Смотри, и все, и заработали уже... Читай этот. Заработали шелк, и можем идти доспехи улучшать. Так, оберег расторопности. Да, ну давай прочтем. Позволяет на 15% быстрее накладывать стрелу и натягивать тетиву. Ну это имба, кстати. Это, кстати, имба. Ну, у меня тут все на здоровье. Убийство врагов незначительно восстанавливает здоровье. Ну, наверное, не буду пока. Так, два шелка есть, дневник обороны прошлого. Так, давай посмотрим, что у нас тут поблизости.
Да, пару вопросительных знаков осталось. Ну да ладно, давайте перемещаться сюда и улучшать броник, чуваки. Все, мы можем свою броню прокачать. О, кстати, дары доступны. Пошли заберем. Что за дары? Жестокий разбойник. Маска какая-то. Кровавая маска. Ну не, спасибо. Мне моя маска сейчас пока больше нравится. Так, птица. Она каждый раз меня куда-то ведет. Я не понимаю, куда. По-моему, она ведет меня сейчас на улучшение, да? Куда? Птичка. Птичка-тупичка. Лично застрянет где-то, не пойму. Ага, повело. Позвольте починить вам доспехи, господин. О, здорово. Лучше бы я погиб вместе с ними. И что? Она меня сюда привела? А ты кто? Здравствуйте, господин. Монах. Я как раз вспоминал слова моего учителя Сайгё. Чтобы очистить дух, сначала очисти тело. Сайгё был мудрым человеком, который в последние годы не вылезал из горячих источников. Но, согласитесь, в его словах есть смысл. Целебные воды, очищающий пар и тень красного клёна. Что может лучше закалить дух воина для битвы? Наверное, ты прав. Это именно то, что мне нужно. Спасибо за информацию. Но... Не знаю, мои доспехи спасут от монгольских так, клинков. Ну что ж, доспеха клана Самурай, доспеха клана Сакай. Вот эти сейчас доспехи на мне. Можем прокачать, чуваки, на последний левел. Увеличить серию противоборства на 2. Победа в противоборстве дает 25% вероятности устрашить ближайших соперников. Давай, прокачивай. Вашим врагам не позавидуешь. Все. Улучшение проведено до предела. Хорош. Прощай. Ух, броник. Ну все. Мы молимся за вас, господин. Так, а лук я еще могу прокачать? Себя, где-то тут лучник был. По-моему. Меч точно не могу, потому что мне не хватает припасов на него. Но я был рад заточить вам меч, господин. Да, я тоже был бы рад, чтобы ты мне его заточил, но пока нечем его затачивать. Так. Полотно соберем. Ну, пойдем посмотрим, может, лук смогу прокачать. Ну, хотя, наверное, вряд ли мне припасов хватит. Так, лук вон там. Да, видишь, он желтым не горит, значит, не хватает чего-то. Ну, давай посмотрим. А может, я его уже прокачал? А, да, я его прокачал до предела. Лучше надо предела. Ага. Ну, все ясно. Так, ну что ж, можем идти теперь, наверное, по основной сюжетке. А основная сюжетка у нас... находится вот здесь. Ну что ж, давай перемещаться. Самурай здесь. Пошли, в лагерь господина Симуры. Кто такой? Я господин Сакай. Вас прислали нам на подмогу? Да, это так. Я Садамуне, глава клана господин Ога. Знаменосец Сёгуна. Добро пожаловать. Благодарю, господин Сакай. Получив послание, Сёгун немедленно отправил нас к вам. Ваш дядя только что отдал приказ. Мы разобьем войска хана... и прогоним монгольских захватчиков из замка Симура. Прекрасно. Собирайте людей. Сперва мне нужно кое с кем встретиться. Буду ждать вас у северных ворот. Отправимся к вашему дяде вместе. Окей. Так, а с кем нам мне надо встретиться? Так, нажник здесь. Ну, тут у нас уже хорошее войско, кстати. Блин, а чё-то... Колёса проверьте. Кёнзи. О, Кёнзи здесь. Здорово. Ты что здесь делаешь? Вижу, ты весь в трудах. Надо ведь подготовить таран к битве. А то, если он в самый важный момент возьмет да развалится, так мы за стенами останемся. Был бы у нас такой в бухте от Заму. Что? В телеге вам не понравилось? Не люблю запах сакэ. Юна мне сказала о Таке. Да. Этот малый был куда храбрее меня. Если бы Така был здесь... он бы с тобой поспорил. Что ж, постараюсь его не подвести. Давай. Так, чё, куда пойдем дальше? А, так оно вон оно где.
у нас здесь? Понял. Привет, Юна. Как ты? Пора, Юна. Самураи здесь. Все готовятся к битве. Ты хоть поспала? Не могу. Понимаю. А надо было. Ты потеряла брата. Он верил в тебя. Теперь верит и вся Ерикава. Ты сражался за них, когда все отступили. Они рискуют собой за призрака. Я отдам жизнь за народ Цусимы. И за тебя. Надеюсь, не придется. Да. Береги себя, Юна. Меня ждет господин Ога. Встретимся в бою. Так, господин Ога. Поговорите с господином Ога. А где он? У ворот где-то? Да. Окей. Господин Сакай. Поехали. Господин Ога. Да начнется битва. Где дядя? Ждет вас на вершине холма. Клан Ога почтет за честь сопроводить вас к нему. Буду рад обществу. Так, вы собираетесь участвовать в долгой истории? Продолжить? Да. Че нет? Не будем заставлять хана ждать. Прекрасно. Поехали. Ух, да начнется битва. Вы достойны похвалы, господин Сакай. Спасли дядю. Привлекли на свою сторону Ерикаву. Пусть они не самые умелые воины, зато надежные. Тогда и я им поверю. Правду говорят, что в народе вас прозвали призраком. Когда самураи погибли, людям нужна была надежда. Самураи снова здесь. Пора забыть о сказках и вновь начать следовать законам Сёгуна. Сперва спасем этот остров и людей, которые зовут Цусиму домом. Политикой займемся, когда убьем хана. Да, господин Сакай. Вот именно. Господин Симура, ваш племянник здесь. Дин, сюда. Тренировочная площадка в Кубаре. Сможем сейчас потренироваться? Чтобы сразу прокачать Y. Угу, ну это изи. Дальше что? Бали, вот уроды. Так. Угу. Дальше. Так, Y, LB, Y. Изи! С первого раза. Хорош. Так, где ты, дядя? Наверху? Где он, господин Сакай? Сюда. Да, он наверху. Ладно, ползем наверх. Припасы набери. Ух, вот у него шлем имбовый, да? Хвалю тебя, Дзин. Теперь нам хватит людей, чтобы вернуть замок. Соломенных шляп больше нет. Но Рёдзи и хан сбежали. Хотели, чтобы я вас предал. Ты говорил с ханом? Я был в плену. Если бы я знал, то отправил бы все войско вызволять тебя. Юна помогла мне. Ее брат. Он погиб с честью. Хан сполна заплатит за его смерть. И за все, что ты пережил. Дзин, Сёгун поддержал мое решение усыновить тебя. Когда остров будет свободен, ты станешь наследником клана Симура. Не как призрак, но как самурай. Подумай. Я не подведу вас, дядя. Сегодня мы пойдем в битву, как Сакай и Симура. Завтра отпразднуем победу, как отец и сын.
Дай бог, дай бог. Оба-на. Самураи гордятся, что следуют правилам. Живут в них, как в клетке. Предсказуемые, уязвимые. А вот призрак свободен. И потому... Опасен. Опасен. Угу. Бойся, урод. Это наш час, Дзин. Судьба всего острова зависит от этой битвы. Мы покончим с ханом. Вместе. И доставим его голову Сёгуну. Да. Войны Цусимы! Сегодня мы победим Хотунхана! Вернем замок клана Симура и вышвырнем монголов из своего дома! Ага! Ух, сколько их там судьба! Мы победим! Ух! Давайте! Не отступайте! Сражайтесь! О, призрак! Кто еще? Это за моих сыновей! За Цусиму! Есть! Куда ты, жердяй, нападаешь? А? Сдохну! Так, ты свой? А ты не свой! Сдох! Прорываемся! Побежали! Так, толстячки бегут, хорошо! Здорово, толстяки! Ловите гранату! Минус. Так, я опять стал рыцарь. Ой, могу призраком стать. Минус. Сдох. Так, что там? Припасы? Воротам! Вернемся внутрь! Давай, поехали! Давай, бейте ворота, ну! Я вообще мог бы, блин, там... подняться как-нибудь наверх. Есть! Тихо! Вперед! Покажем монголов! Поехали! Лучники! На возвышенность! Ой, хорошо, минус сразу. Расчищайте путь! За клан Адати! Минус. Ух. Держи. Куда ты прёшь? Отлично! Как же хорошо! Хорошо, хорошо! Нет! В этот раз без дот, сучка! Сдохни! Умри! Умри! Так, чё, кто дальше? Убейте их, господин Сакай! Ой, останавливайтесь за ворота! Так, еще дальше идем. Да, еще дальше. Побежали. Или они нас прикончат? Убьем! А кто урод? На, минус. Ой-ой-ой. Пускай отправляются к предкам! Так, ух, хорошо.
Так, кто по мне стреляет? Так, бомба липучки. Угу. Куда ты прыгаешь, говно? Тупое. Минус. Так, давай, иди сюда. Эй, как он попал? Я чуть не понял. Минус. Так, припасы. Так, ты кто? Ты кто? А, никто. Окей. Окей. Жердяй. О, здорово, монах. Ты тоже пришел? Так, заберем все. Зин, убей лучников на воротах. Хорошо, дядя. Где они? Ой, не попал. Минус. Все, еще один. Минус. Господин Сакай, разведай дорогу впереди. Так, а как разведать? Бояться надо не только монголов. Мы были угу. Вот тут, наверное, да? Стрелы берем. Так, тут можно зайти, а тут можно пропрыгнуть. Так, кунаем, унаем, все нахрен забираем, припасы. Грабим их просто по полной. Так, какая у меня стойка? Обычную давай. Так, смотрим. Угу. Так, кто ты? Бегите домой, псы! Монгол. Эти ворота для вас закрыты! О, хорош! Красава, блин! Господин Сакай! Бегите, трусы! Зин! Что ты делаешь? Расчищаю путь! Но не так же. Так нельзя. Врага надо встречать с честью. Не как зверь. По-другому они не поймут. Ужас — это не оружие самурая. Да успокойся ты, дядя. Вот. А вот это оружие самурая? Как тебе такое? Ну давай против вот этого. С мечом, Ваша, стой. Они сорвут наступление. Господин Сакай, отправляйся. Уничтожь орудие. А что, нельзя подавай. Же. Нельзя Я отвлеку врагов на себя. Надо же как самурай сражаться. Меч. Держись рядом. Катана, катани. Господин Сакай, нужно захватить хватку. А я вот бегу. Схватить хвачку. Да все, идите в жопу, мне некогда с вами. Я пошел хвачку захватывать. Поверх! Отлично. Ух ты! Ни хрена себе! А как? Ладно. Сдохни. Кто там еще стреляет? Так, вернитесь в область. Я бы вернулся, но там хрен стреляет в меня. Вот. Побежали. Смогут меня сбить, нет, сейчас? Орудие у нас! Вперед! Давай, стреляй. Где? Я не вижу, куда? Так, минус.
Кого еще бить? Вперед убивать монгольских солдат. Я и так убиваю. А призрака! Призрак! Но я своих убиваю. Это монголы, нет? Еще монголы! Убейте все! Да, вроде они. Это сёгун наш. Там еще монголы на пути к мосту. Вижу. Вздыхай. Так, отлично. Здесь нам больше ничего не сделать. Вернемся к остальным. Так, спешится. Огонь. Да, давай спешимся. Фу. Подожди. Че ты? Я думал, там припасы ты возьмешь. Ладно, все, хватит. Давай, добей этого. Вот. Стрела. Отлично. Правильно ты напугал монголов у ворот. Твой дядя не прав. Да, я не могу ему объяснить. Если мы не изменимся, то умрем. Мы все еще держимся только благодаря тебе. Все это знают. Впереди еще долгий путь. Вот именно, он балбес, этот дядя, блин. Я понимаю, что там закон Бусидо и прочее, по которому самураи живут. Но, блин. Когда против тебя враг ведет нечестную борьбу, то ты тоже должен либо приспособиться, либо умрешь. Не знаю, чуваки, что вы думаете по этому поводу? Идти по пути самурая, но умереть, или быть не таким, скажем, да, честным, не жить не по закону Бусидо, но зато остаться живым и спасти людей. Получилось, вы их сломили. Хан уже отступает. Мало он отступает. Берегись, лучник! Еще монголы! Осторожно, Масако! Нет пощады монголам! Отправьте их к демонам! Да хочу вот отправить, ты не даешь. Своими кодексами, самураи. Вот и все, видишь? А двое на одного, когда нападают, это нормально? Вперед! Это по кодексу? Вперед! Нам нужно дойти до моста! Так, вот дошли до моста. Все к мосту! За Цусиму! За Цусиму! Гоните их назад в море! Убить их всех! Ранг отступает! Наступаем! Убить! Давай, призрака, превратимся! Кто там еще остался? Мы почти добрались до хана! Осталось захватить мост и главную башню! Так, еще толстячок идет. Воины, прорывайтесь за ворота! Господин Сакай, мы будем стрелять по ним сверху! Юна, нам нужен твой лук! Да, я рядом! А мне что делать? Бритесь на сторожку моста? Сейчас, подождите, я стрелы пополню, у меня все стрелы. Да, стрелы все. А что, тут можно залутать что-то, нет? Железо. Ладно, пошли. Потом будем лутать, надо. Сначала выполнить задание, наверх надо забраться. Ага, это еще, блин, смотри, это еще не зал, вон сам замок, посмотри. Они смотрите, отступают туда. Мост! Они отступают! Что-то не так! Хан так просто не сдался бы! Да, мост сейчас подзорвет. По-любому. Ого, это что за хрен такой?
сорвут. Син, стреляй! Стреляй в лошадей! Стреляй! Жесть. А моста нет, да? Несчастные. Послал их на смерть. Напрасно. Мы должны почтить их жертву. Собери лучших воинов. Мы восстановим мост и атакуем с рассветом. Нет. Мы потеряли многих. Если бы вы послушали... Довольно! Есть другой путь. Да. Мы обсудим это одни. Да уж, это жестоко. Судьба Цусимы. Ну, мы убили многих, конечно, но не достигли, наверное, того, чего хотели бы. И это плохо. Монголы перешли к обороне. Не дадим стянуть силы и покончим с войной. Вы послали людей на смерть. Они воины. Их кровь у нас на руках. Я проберусь на ту сторону. Отравлю врагов. Это бесчестно. Я хочу спасти наших людей. И учишь их нас бояться? Если не свернешь с этого пути, значит, ты не лучше монголов. Я учил тебя сражаться с честью. Честь. Хан предал мечу. И он должен заплатить. Но тобой управляет гнев. А я пожертвовал всем, чтобы спасти людей. Дал надежду. А вы что? Дин. Нет. Довольно. Старый идиот. Я бы один проник и всех бы их просто завалил. Но этот старик просто крэйзи. Это бесчестно. А то, что у тебя умерло 1000 самураев, это нормас, да? Это ничего. Ну так, ну они воины, они должны умирать. Зима оплакивает вас. Охрененно, конечно. Господин Цакай. Чё, мужик? Вообще не до тебя сейчас, блин. Норио. А дяди только что пощечину получил. Я боялся, что ты погиб у моста. Я чудом уцелел. Взрыв отбросил меня на землю, а этих отважных воинов отправил в иной мир. Мы похороним их с почестями, когда захватим замок. Думаете, есть надежда? Надежда есть всегда. Не отчаивайся, Марио. Никогда. Арина. Бесит просто. Вот реально, этот дедюн. Со своей честью, со своей отвагой и прочей хренью. Еще раз. Так. Могу прокачать какие-то доспехи. Но я нет, я, наверное, буду ресурсы теперь копить. Может быть, мы какие-то новые доспехи с вами найдем. И будем в них... Надо вообще, я так и не, этот, не поискал в интернете, какие доспехи тут самые такие крутые. Ну, даже не то, чтобы в плане защиты, а в плане внешнего вида. Эти мне нравятся, внешний вид. Ну, маску можно, конечно, поменять. Вот, потому что уже давненько что-то мы в этой маске. Вот, может быть, что-нибудь... Вот такую маску одеть. Да, давай вот такую наденем. Есть еще у меня вот белая. Шмарные сны. Маска клана самураев. Ну, ничем не отличается. Да, одеяние вора, вот это, имба. Тоже прикольно. Как ниндзя, только не ниндзя. Не, я не понимаю, хорошо, а что, нельзя не быть самураем, допустим, отказаться от самурайской вот этой... как это, я не знаю даже.
что это, звание самурайское, и стать ронином просто. Никому не служить, а быть ронином. Ронин — это, грубо говоря, самурай, который без господина, без сёгуна. Так же господин получается. Сакай. Чё? Дзин. Кто от меня звал? А, ты звал. Чё? Кензи, что ты здесь делаешь? Пытаюсь помочь раненым. Но лучшее, что я могу предложить, глоток спиртного. Как утешить того, кто только что потерял руку? Я не знаю. Так и всегда знал, что сказать. Протез дай ему. Кибернетический. Мне не хватает этого глупого парня. И всем нам. Да. Отдохни. Так реально жалко. Больше всего жалко так. Я попробую. Ладно, пойдем поговорим с Юной. Юна что-нибудь придумает. Господин. Мы вдвоем что-нибудь придумаем. Твой дядя приказал починить мост. Он намерен действовать по своему плану, совсем не думая о потерях. Люди пришли сюда сражаться за тебя. Сколько аконита ты соберешь за час? Пару горстей. Скажи остальным, соберите как можно больше. Ты отравишь монголов? Да. Я проберусь в замок. И убью их. Питье. Пусть хан захлебнется своей кровью. Такое от дяди не скроешь. Знаю. Так, а кое-что для тебя сделал. Может и не пригодится, но если что-то произойдет... Не бойся. Прошу, возьми. Что это? Что? Из тьмы. Маску сделал? Вот весь аконит, что мы нашли. Этого хватит? Да, им хватит. Или доспехи какие-то новые. Доспехи призрака, подарок атаки. Призраку последнее творение доброго друга. Ни хрена так. Скорость обнаружения снижается на 25%. Уменьшение количества убийств, необходимо для входа в стойку призрака, на 1. При убийстве... Так, при убийстве есть 15% вероятность устрашить ближайшего противника. Доспехи призрака. Ну окей. Имбулина. Маска призрака. Эту маску в стиле клана Сакай для призрака смастерил близкий друг. Ну вот тебе маска призрака офигенная. Повязка призрака тоже. Имба. Ну ладно, улучшим, если потом посмотрим. Добравшись до башни, я осмотрю расположение войска и придумаю, как их отравить. Давай, поехали. Ни хрена они стреляют. Уроды. Вот, у дяди есть такая приспособа? Вот такая вот. Ни хрена нету. Просто бежит на пролом, как балбес. А я могу улазить везде. А дядя уже старый, чтобы улазить. Ну да, мечом там может он махать. А чё толку-то? Когда против тебя дробовики он использует, монголы. Чё толку меч? Тихо, урод. Надо перебить стражу, но тихо. Тогда можно будет залезть повыше. Здорово. Няги. Как дела? Устал? Решил отдохнуть? Понимаю. Но не одобряю. Так, ладно.
Дядя бы тоже, кстати, не одобрил. Ну пошел в жопу. Дальше что? Наверх тут можно забраться, нет? Ой, я не на ту кнопку нажимаю. Так, там ходят. Да, мне надо наверх, наверное. Ой, у ног их чагарда! Арчин! Чехарда? Какая чехарда? Нет никакой чехарды. Все нормально. Чувачки, все хорошо. Тихо. Отца держ в этом сермчтебе. Ахаду цербал. Уктет полотно. Термун байскар. Сдохните. Пусть башни открыт. Теперь найду способ их отравить. Так, что там? Полотно. Не привлекайте внимания. Ну, я и не привлекаю. Так. Пойду через сад. Мало стражей, есть где спрятаться. Угу. Так, куда дальше? Соломенная шляпа. Рюдзо. Конечно, он тот. Урод. Готовиться к пиру. Я могу отравить кумыс, который хан так любит. Пусть его воины напьются, а я добью оставшихся. Угу. Серьезное укрепление. Взрывчатка. Мой дядя ведет нас на смерть. Надо как-то тихо подобраться к кумысу. Лучше пройти через сад. Так, пойти надо отсюда, я так понимаю. Да? Чехарда. Так, канаты между крышей позволяют вам перемещаться. А, ну да, кстати. Спасибо, что сказали. Канаты помогают перемещаться. А вот это говно помогает. Ну давай. Отлично. Так, куда дальше? Ага, вот еще канат. Совершить цепь убийств, видишь? Могу. Так, дальше что? Ой, застрял! Смотри. Фух. Боже, ни хрена. Так, припасы. Проскочу. Надо попасть туда и отравить им питье. Так. Здесь чехарда ходит. Туда-сюда бродит. Один. Видимо, один. Так, а мне куда? Мне туда. Так, а канаты есть сверху? Так, мне аж туда. Вот канаты. Тихо. Канаты я не вижу. Так, куда идти дальше? Могу вот этого убить, кстати. Так, никто меня не обнаружил, нет. Вот тут чел. В Йорке есть кто-то? В Йорке нет, кстати. Так, это он же меня чуть не заметил, да. Так, уже. Пожалуй, заберу. Так, надо тут что-то продумать. Канатов сверху нету, я смотрю. Так, тут труп лежит, но они его не видят. Ага, эти ходят туда-сюда. Надо как-то что-то сделать, отвлечь бы их, блин. Так, хорошо, подожди, давай посмотрим техники. У меня есть же очко, да. Давай смотреть, что здесь. Смотри,
петарда. Бросьте петарду, чтобы привлечь нескольких врагов к месту хлопка. Можно вот так вот поступить, да? Давай ее, допустим, прокачаем. Здесь они хранят молоко. Отравлю его. Так, здесь они хранят. Так, подожди. Как мне петарду поменять? Почему не меняется? И нет с собой ничего. Видимо, нету, прикинь. Тихо. Ага. Вот так. Отравить. Так, раз отравил. Что-то кого-то нашли там. Кого-то обнаружили. Еще отравлю. Дальше что? Теперь ждать. Инек пастатуга! Ну, ждем. Главное не попасться. Начинает бухать. Кумысик свой любимый. Вкусняшка. Жесть, конечно. Смерть, конечно, не из легких. Но зато жопа наступила всем. Осталось добить уродов. И сменить, можно, я думаю, сменить доспехи. Доспехи клана Сакай. Ну, и шлем свой. Пусть маска останется. Так, а возможности маски? Маска призрака. Эту маску, угу. Так, то, что на вас надето, можно изменить, чтобы получить разные бонусы и способности. Ну, вот это я, да, надел. Доспехи. Можно, кстати, можно шлем вообще любой, повязку призрака. Давай повязку призрака оставим. А доспехи эти пусть будут. Ну что, осталось добить уродов. Куда ползешь? И еще один ползун. Ну что-то подсказывает мне, что, блин, может все закончиться печально. Ну, по крайней мере, войско мы перебили. А вот что дальше? Рюдзё-то не пьет, наверное, саке. Ой, саке, говорю, этот. Кумыс, потому что это все-таки для монголов. Дзин! Здорово. Где хан? Едет на север. Вот урод! А мне велел разделаться с призраком. Ну давай. Так-то мой быть. Ну так попытайся. Ублюдок. Нет. Ой, ну не надо. Я мог давно тебя убить. Но я убедил хана дать тебе шанс. Он убил Таку! А ты убил моих людей. Твои... Я потерял всех. Твои люди преступники, они предатели. Кроме тебя. Сделай тогда себе харакири. Мы можем одолеть монголов вместе. Нет. После всего, что ты сделал! Скажи, что я служу тебе. Что ты сам подослал меня. Призраку поверь. Хватит! Сделай себе харакири просто и все. Будь тогда ты честно. Ты мой друг детства, Рюдзё. Сдавайся. И ответь за преступление. Ради нас обоих.
Вот именно. Не могу. Тогда бери катану в руки. Давай, Рюдзи. Тебе следовало сдаться, и твой дядя меня казнит. Круто. Ну, в смысле? Почему этот удар не блокируется ни хрена? Становишь, Рюдзо. Давай. Как же принципы твоего дяди? Ты не, ты не оставил мне выбора. Урод. Почему эти удары не блокируются ни хрена? Да, в смысле? Я нажимаю, какого хрена? Я никогда не прощу тебя. Я не понимаю, почему вот эти белые удары ни хрена не блокируются. Убить. Отруби голову. Дин. Отруби. Пощади. Нет. Прощай, Рюдзо. Да. Вот что будет с предателями. Я же всех добил. Откуда там еще остался один рогающий? Ну, если вот дядя вот это не поймет, ну, то будет вообще жопа. Рюдзо. Хорошо. Что ты скажешь? Замок ваш. Хан идет на север. Мы его нагоним. Ты ослушался? Да насколько? Я сделал, что должно. Ради них. Ты хочешь, чтоб тебя помнили таким? Он защищал нас. Ценой ужаса и разрухи. Это война. И ты уподобляешься врагу. Это не наш путь. Иначе наш народ не спасти. Сёгун потребует виновного. Но ты ни в чем не виноват. Я знаю, это она тебя вынудила. Дядя, забудь о призраке. Пусть она отвечает за все злодеяния. Скажи, что ты Дзин Симура. Ты верный слуга Сёгуна. Наследник. Мой сын. Ой, блин. Я не ваш сын. Я призрак. И за это тебя будут судить. Ну и пусть судят. Найди Хана. Иди. Ради Таки. Иди.
жесть. Какая же лютая жесть. Судить человека за то, что он просто помогает людям. Да уж. И сколько мы так будем сидеть в темнице? Уже сутки, да, как будто прошло. Прошли честь и пепел. А Ронином нельзя стать, да, по-моему, пока Сёгун не умрет. Что тебе надо? Господин Симура попросил меня привести Сакэ в благодарность за помощь. Да он никуда не денется. Если будете медлить, ваши друзья все до капли выпьют. С тех пор, как мы здесь, Кензи. Я не только воду. Вот, надо себя порадовать. Да. Кензи, что ты делаешь? А на что похоже? Идем. Сбежав, я не смогу объединить людей против хана. И уже не верну доверие дяде. Останетесь, и он тогда отправит вас на суд Сёгуна. Только что пришел приказ. Вот. Ну? Вы нужны людям, господин. Юни тоже. Где она? На севере. Ищет след хана в снегах. Ваш меч у нее. Она дожидается призрака. Простите, дядя. Найди Масаку, Норю и сенсей Исикаву. Ждите в деревне Оми. А мы с Юной пока расчистим вам путь. Она будет в Кине, у священного дерева. Да, там и ищите. Ваш конь в конюшне снаружи. Один слуга сказал мне, что у ворот есть дыра в заборе. Пролезьте там. Я отвлеку людей. Но мне лучше тоже исчезнуть, когда ваш побег обнаружат. Спасибо, Кензи. Так. Вон сюда. Нравится вам всякое, господа? Оно достаточно хорошо. Так, тут здесь все сидят, ага. Все позвонило себе. Спасибо, проклятый. Жесть, да? Хорошо. Он недостоин того, чтобы зваться самурай. Умный человек. Просто, блин, помогая своим же людям стать изгоем. Так, где конюшня? Второй раз мы не попадемся. Так. Другом враги. Где конюшня? Нам куда? Нам туда аж. Так, полотно. Тихо. Я не понимаю, куда идти. Видимо, сюда куда-то. Или на дом надо было залазить. Непонятно, чуваки. Непонятно. Через дом, может, надо было пройти. Да, через дом. Окей. Так, ну тут никого вроде бы. А, вот дыра. Ага. Понял. Дальше. Каге. Каге. Один из... Господин Сакай бежал! Ищите повсюду! Найдите его! Нам помочь в поисках, господин. Господин Сакай сбежал. Давайте, да, ищите говнари. Тупые. Кто-нибудь как... его видел? Он мог сбежать на север. Вы двое, на коней. Остальные на ворота. Спокойно. Все хорошо. Как он освободился? Узнаем, как это. Кага тут.
Ну что ж, надо спуститься вниз. А что, в эту дырку нельзя спуститься? Он не может спуститься, прикинь. Ну ладно. Тихо. Боже, попал, вот урод! Коня убить! Уроды! Ах! Юна ждет нас! Бедный конь, вот уроды просто! Смотри, снег пошел, да, в зимний биом перемещаемся. Ни доспехов, ни меча, ни хрена, ни коня теперь, конь, все. Ему плохо. О, боже. Жесть. Походу только самый замес начинается, чуваки. Как? Тень. Жесть. Прости, что не защитил. Так, третий. Убейте хана. Давно хотелось бы уже это исполнить. Жесть. Пипец, теперь у нас и коня еще нету. Могила верного друга. Поспешите вперед, чтобы присоединиться к ней. Префектура. Кин. Это новый остров. Чуваки, смотри. А чё? А, всё недоступно, что ли, стало? Как это? Короче, ладно, давайте на этом, наверное, закончим. Сохраняемся. И продолжим в следующем видосе. Блин, ну тут только вся заварушка как будто бы начинается. Все, ребятки, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.